Предпринимательница из Восточного Казахстана за свой счет отремонтировала автостанцию в селе Колбатау. Здание было заброшено более 15 лет. Сейчас построенный в середине 80-х годов вокзал не узнать. Есть зал ожидания, столовая, гостиница, а также комнаты матери и ребенка. Пассажирский поток очень большой, рассказывает бизнесвумен, поскольку через село проходят международные и республиканские автотрассы. Лет 15 он в таком плачевном состоянии находился. И как-то всегда было обидно за то, что вот в нашем таком большом районном центре нет своего автовокзала. И поэтому я просто как патриот своего села, мы решили вот восстановить это здание, чтобы людям было удобно. Это очень важный объект. Вы знаете, что у нас часто зимой закрывают дороги из-за непогоды. Людям негде переночевать. А тут внутри автостанции созданы все удобства для пассажиров.